В Новосибирске в ходе спецоперации полицейскими задержана этническая группа лиц, члены которой подозреваются в незаконном обороте наркотических средств. Подробности рассказали в Главном управлении МВД России по Новосибирской области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность этнической группы лиц, осуществлявшей сбыт наркотических средств на территории города Новосибирска и Новосибирской области. В состав группы входили четверо уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 28 до 55 лет, двое из которых, предположительно, находились на территории Российской Федерации незаконно. Сотрудниками полиции было обнаружено и изъято наркотическое средство – героин массой более 2,5 килограммов и синтетический аналог героина – метадон массой почти 180 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Задержанным лицам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение данного преступления санкции статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.